момент как-то или остановить, или прекратить. Не надо нас пугать банкротством. Там вроде то ли уже кто-то подал на банкротство, то ли это слух пустили. Так опять нам будут выкручивать руки и говорить, вас сейчас или продадут с торгов, или идите в ЖСК. Этого тоже не хочется. Такого сведения, что кто-то подал на банкротство, у вас нет, никто выкручивать руки не собирается. Давайте не будем действительно такого ажиотажа создавать, а работать в плавном порядке такой.